Всем доброго времени суток, у кого какое. А у нас последние денечки отдыха новогодние. И вот мы решили выбраться на лыжах с супругой, прокатиться по лесу, разбудить спящих медведей, волков и всякую живность посмотреть. Ну и, естественно, и себя показать. Выгнать из организма остатки алкоголя, который присутствовал, конечно, в небольшом количестве, как и у всех людей. У кого больших, кого небольших, всех по-разному. Здесь вот у нас лысая горка, называемая. Детишки любят кататься на ватрушках. Место классное, обалденное. Музыки не хватает чуть-чуть. Ну что, мы поехали в лес. Посмотрим, что у нас там есть. Ну и покажем вам наши спуски на это. Поехали в лес и обнаружили вот такую полянку. Здесь, походу, все 12 месяцев встречали Новый год. Выжгли вот такую дырку в сосне, в корабельной. Обалдеть, чуть не свалился. Здесь повеселились нехило. Кострище. Ну, вид здесь, конечно, обалденный. Посидеть возле костерка, приготовить шашлык. Классно было. О, чуть не свалился. Поехали дальше. Люди! Волки! Медведи! Тут два шатуна. Анатолий и Надежда пошли на лыжах вас расшатать, разбудить. Ух ты! На ровном месте. Неудобно одной рукой. Вышли в лесок на вырубку, уже засаженную сосенками свежими. И нашли еще одно пристанище 12 месяцев. Они здесь до Нового года шпарили, походу. Да, с километр, наверное, они всего прошли за каких-то определенный промежуток времени. Короче, в лесу очень полно местечек вот таких уютненьких. Пенечек, костерочек, под сосенками. Можно просто выехать. Не знаю насчет как разведения огня в зимнее время. Но я так думаю, не возбраняется. Ругается, но не возбраняется. Вот, посидеть, обалдеть, овражек. На лыжах покататься. Вот. Ну а мы идем дальше. Там горка есть. С двумя трамплинами небольшими. Шалашик. Сейчас попробую вам показать. Ух, жарище. Прет. Где-то градусов 10 минус на улице. А идешь на лыжах, весь уже мокренький становится. Обалденно. Выбрались на полянку. В прошлый раз вон там в лесу обнаружили шалашик небольшой. И спуски здесь такие классные. Вот сейчас в дилемме, куда нам пойти дальше. То ли вниз вон туда к дачам и к Черемшану, то ли вернуться опять туда же, по старой дорожке, где в прошлый раз ходили. Но нарезку я вам сделаю, куда мы в прошлый раз катались. Сбоку проходит Турфболотская дорога. Там вдали у нас Турфболото, так называемый поселок. Добыча торфа там была. Посадочки, лесок и небольшое углубление, ложбинка. Продолжаем движение. Решили по накатанной дорожке немножко спуститься поближе к дороге. Смотри, там горка какая хорошая, Надежь. Вот оттуда можно спускаться. О, мобил бы не потерять. Пологий такой. Ровный склончик. Но приятно. Пологий ровный склончик.
Я предлагаю вот сейчас вдоль дороги пройти. И вон там, смотри, где сосенки молодые, наверх подняться. И вот так вот по кругу пройти на ту горку к этому шалашу. Пойдем? А что у нас выходной? Вперед! И с песней! Меня все больше и больше удивляет. Столько лет живу в этом городе и могу многое не знать. В лесу, близ города, очень много трансформаторных подстанций. Вот на одном участке раз, два, три. Мы только что прошли вот здесь вот за поворотом 4. Там за бугром 5. Там еще две штуки, я точно знаю, 6, 7. Вот даже если по нумерации смотреть, 27-й ящик распределительный. Там какой-то еще. Блин, может, я сейчас какую-то секретную информацию удаю? Может, какой-то подземный объект есть, да? Прикольно. Тут дорога уже близко. Но если честно сказать, с детства лазаю по этим лесам. Никакого секретного объекта не видел. Но подстанций в лесу очень много. Может, специально выводили за территорию города в лес. Нахрен я знаю для чего. Ну а нам продолжаем двигаться. Погода обалдеть. Шепчет. Поехали дальше. Ну вот, походу, и нашелся этот объект. В лесу углубление. Явно неприродное. Стоит небольшой трансформаторный ящик. И вокруг, если видать на видео, вот столбик с колючкой. Вот столбик с колючкой. Периметр весь огорожен колючей проволокой. Но я так думаю, скорее всего, это насосные водяные станции. Ящик голубой. Скорее всего, здесь добывают воду, очищают и направляют в город. До города тут совсем недалеко. А мы дальше гулять. Вот добрались мы до стрельбища. Вон там вдали, видать, мишени расстрелянные. Это у нас здесь ГУВД, УВД, вневестная охрана. Как в особенности национальной охоты производят отстрел списанных патронов. Ну, короче, сдают зачеты по стрельбе. Мы его в простонародье называем ментовское стрельбище. В наших лесах прям полностью они захламлены поваленным лесом. Вот если даже тупо собрать этот лес, пустить его на угли или еще куда-то, государство получит прибыль от того, что продало этот валежник, а коммерсанты получат прибыль от этого угля. И всем будет хорошо, и рабочие места будут. Но нет же, это брать нельзя. Посмотрите, сколько в лесу валяется упавшего, сухого сосняка. А березняк вообще полностью захламлен. Пройти невозможно. Говорят, лес горит. А почему он горит? Вот полежала эта труха, и происходит у нее самовозгорание. Не костры, ничего, а именно самовозгорание. 100% такое происходит. Да. Очень жалко нерадивых хозяев и нас, которые не могут этим воспользоваться. Гуляя по лесу, обнаружили жилую нору лисицы. Вот свеженькие следы. Вот. Из норы она выходит. Вон и стой. Вот здесь вот она отряхивается. И вот следы побежали. Может быть, там даже щенки есть. Смотри, сверху маленьких следов над норой полно. Они сидят здесь и... Да? Ну вот, нахрен я знаю. Вот свежие следы, видишь, вот туда побежали. И здесь. Нет, я говорю, сама. Лисичка. Нору себе, видишь, как выкопала? Ну ладно, не будем ее беспокоить, пойдем дальше. Война войной, а обед по расписанию. Нашли полянку вот такую, пенечек. Сейчас будем чаек с печенюшками перекусывать. Там вон горка.
Здесь вот спуск. Скважину вот нашли в лесу. Законсервированную. Че, мне чай дальше? Не знаю, сколько километров прошли, но я весь в мыле. Чаек. Красота. Опять где-то дятел стучит. Он нас всю дорогу сопровождает. То тут едем, то там. Или, походу, их здесь очень много. Ну да, сухостоя полно. Деревьев сухих полно. Вот такую мы нашли полянку с пеньком. Чаечек у нас тут. Посадочка. Красота! Дышится в лесу, конечно, обалденно. Настроение поднимается. Вот. Скважина здесь вот такая. Диаметр трубы, ну, наверное, 250-300. Она была раньше, походу, закрыта на замок. Вот. Видать, конечно, там ничего не видать. О! Хрен ее знает, какая у нее глубина. Как это называется? Стратегические запасы воды. А может, просто запасы воды. Питьевая скважина. У нас, кстати, в городе, я считаю, что самая вкусная вода. Вот где бы я ни был. В Тольятти. Она раньше была хлорирована, а сейчас какой-то другой ингредиент добавляют. Там, ну, есть все равно привкус хлорки. Ульяновск это вообще, особенно Заволжье, там вообще воду пить невозможно. Она вся с хлоркой. Где еще был? Ну, во многих городах было, все равно привкус у воды присутствует свой. А у нас вот прямо на улице стоит колонка. С колонки наливаешь воду и можешь прям пить ее, не очищая. Она вкусная-вкусная. Ну, дома мы, конечно, фильтр ставим для того, чтобы в чайник налить, чтобы накипи не было. А так можно прям легко-легко из крана пить. Вкусная вода. Нигде такой не было. Люблю свой город. Ну что, мы дальше? Смотрите, что будет дальше. Нашли такое место, где дятел долбит свои шишки. Он на верхушке сидит. Видно, наверное, его не знаю, не видно. Вот так вот сейчас приближу. Вот там прям сидит и долбит. А ненужные шишки. Бабах под дерево. Катились-катились по лесу и обнаружили в лесу вдоль тропинки вот такого снеговика интересного. Его кто-то сломал, а потом обратно собрали. Да. В пол роста человеческого, да? Сюда посмотри. Фото. Есть фото. О, я маленько упрыгнул из лыж. Что-то ноги уже побаливать начинают. Красота. Это наш лес. Походу морозец будет, проясняется небо. Когда небо ясное, всегда мороз будет. Да. Ляпота. Ну вот почти подошел к концу наш забег по лесу. Это вот у нас Лысая гора, где все веселятся. И детство мое здесь тоже прошло. Здесь мы в зарнице играли, со школы ходили. Что только не делали. А будучи пацанами лет в 12, если на камеру видно, вот овраг. Но это не овраг. Здесь мы пацанятами выкопали землянку, укрепили ее бревнами и сделали хороший лаз. И, ну, как все пацаны, тарились от родителей здесь. Накатаешься, греешься. Ну, правда, потом взрослые пацаны у нас ее подожгли, спалило. Если видит это видео мой друг Рафик Галеев, он помнит эту нашу земляночку. Ну, даже сейчас она, наверное, глубиной метра полтора. Но мы выкопали ее дофига, метр два, наверное. И потом отсюда вот ходили на гору, вот здесь вот кататься, спускаться. Вот.
Вот и детство вспомнил. Вот здесь вот были большие-большие кусты на этом месте. Я помню, когда в 3-м или 4-м классе играли в зорницу, я спрятался за этими кустами, а у нас считался убитый, это тот человек, у которого погоны сорвали. И у меня у последнего погоны не сорвали. Я в этих кустах прятался, считался либо до последнего бойца, либо кто захватит высоту. И высоту уже захватили, а я последний боец вышел. Прикольно было, смеялись, ржали. Потом внизу чай пили, замерзли все, но ничего, были довольны и веселые. Вот так вот у нас детство проходило. Хотя и в принципе и сейчас так же. Вон ребятишки катаются на лыжах, веселятся. Ну все, сейчас спустимся к машине, будем перебываться и, наверное, домой. Вот это наша Лысая гора, так называемая. Ребятишки вон там поднимаются, здесь спускается, а тут спускается. Со школами прям целиком ходят сюда на физкультуру. Ну зачем? Мы ходили, по крайней мере, я помню. Сейчас не ходят уже? Конечно. Только учитель возьмет на себя ответственность. Сейчас, да. Чуть где коленку шип или еще что-нибудь, все, сразу учитель виноват. Сейчас паровозик поедет. Эх ты, на ту сторону нашу катили. Он спускает видео. Пацаненок за крутом пошел. Эх, радости. Ну все, ребята, до новых встреч. А мы домой. Ну и последок. Вид на Лысую гору. Только с другой стороны. Вон сейчас ребята будут спускаться. Мальчик с девочкой. Один даже задом. Блин, наверное, страшнее всего. Сейчас мы посмотрим. Вот они. Страхов. Обалдеть.